Добрый вечер. Этот концерт Роман Белык, солист и основатель группы «Звери», начал с песен из нового альбома. «Звери» выпустили его в декабре и теперь обкатывают программу «Один на один» по стране. Выросли крылья больше, чем небо, больше, чем небо. Это первая пластинка, которую группа выпустила только в электронном формате. Как говорит сам музыкант, физические носители – это прошлый век. О том, что новые песни публика не воспримет, музыканты даже не думали. У нас всегда была такая схема, что изначально выпускается пластинка, чтобы человек мог послушать, а потом уже придя на концерт, мог подпеть. Просто у меня есть много друзей-музыкантов, которые обкатывают сначала новые песни в гастрольном туре и только потом издают уже пластинку. Познакомиться с новым альбомом и подпеть любимой группе в Липецке собрался полный зал. Разумеется, фанаты ждали не только новых, но и всеми любимых старых песен. Группа «Звери» прогремела на всю страну в 2001-м, и тогда каждый второй знал их репертуар наизусть. Зрители ждали от экспрессивных музыкантов сюрпризов, но их концерты чаще всего проходят четко по программе. Солист группы считает, что сцена – это не место для экспериментов. Импровизации крайне мало, но она, конечно, присутствует на концертах. Просто именно сцена – это не место для импровизации и каких-то фокусов. Концерт в Липецке продлился без малого 2 часа. Впереди у «Зверей» долгий гастрольный тур. Татьяна Кощук, Олег Голобоков, ТВК «Новости».